марафон к стройному, спортивному и рельефному телу. Сегодня у нас день второй. Вторая тренировка будет состоять из 5 упражнений по 25 повторений каждое. Наша цель – выполнить 3 раунда за минимальное время. Сейчас я покажу эти упражнения. Первое упражнение – это 4 бег, 2 прыжка. Смотрим. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Это будет раз. Таких нужно сделать 25. Второе упражнение – это отжимания трицепсами от скамьи. С прямыми ногами. Ну, я думаю, это упражнение все знают. Третье упражнение – это приседания. Обычные приседания. Сели, встали. Сели ручки вперед, встали ручки назад. Как бы шик-шик, взлетаем. Четвертое упражнение. Берем гантели. Мои гантели вес 6 кг. И толкаем их вверх. Толчковый шкур с гантелями. Тоже 25. Сегодня нам кроме гантели ничего не понадобится. Мы и гантели. Наша сила. И последнее упражнение – это упражнение на пресс. Становимся в планочку и делаем точку бедром на полу. Точка, точка. И так 25 раз. Упражнения все достаточно тяжелые. Будем сейчас кряхтеть, потеть, но добиваться того, чего мы хотим. Красивого, стройного, рельефного тела. Включаю таймер и давайте начинать. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Это раз. Два. Супер. Ох. Теперь начинаем приседать. 25 приседаний. Поехали.
25. Берем гантели и начинаем толкать в потолок. Поехали. Немножко отдыхаю. И поедем на пресс. В планку, бедро в пол. Еще 5. 5. Это был первый круг. Подышим. Немножко подышим и продолжаем второй круг. Желательно отдыхать как можно меньше. Поехали. Раз, два. Сделайте 25 раз. Пусть вы будете 3 раза отдыхать, но делайте 25 раз.
переходим на трицепс. Также на трицепс. Сели. Сделали 5-7 раз. Отдохнули 2-3 секунды, 5 секунд. И поехали дальше. Толчковый швунг. Раз. У нас еще 10. Так. Раз, два, три. Сейчас будет третий круг. Терпим.
Тяжело, но мы терпим. Кто хочет воды, попейте. Можно чуть попить, но немного, чтобы не было тяжело прыгать. Пора. Трицепс от скамьи. Поехали. Тренировки, где столько сил и энергии тратится. Ты знаешь, что ты отработала сегодня эти 20 минут. И на целый день можешь забыть о тренировках. До следующего дня, конечно. Десять. Приседаем 25 раз. Люблю приседать. Больше всего мне это легче всего дается. Переходим на трастер, возьму трастер, швунги. Постоянно раскручивается гантель. Поехали. Oh.
хотя бы в 20 минут. О, еще 10. Тяжело. Но терпим, девочки, терпим. Красота требует не жертв, конечно, а ежедневных тренировок. Девчонки, на сегодня все. Я надеюсь, вам понравилось. Не забывайте о растяжке и о разминке перед тренировкой. Растяжка после тренировки, разминка перед тренировкой.